Начинаем, друзья. Я специально вот, когда Ирина к нам выходит, пригласил еще своего сына Лена, чтобы он тоже поделился своим опытом. Но вначале я хочу рассказать маленькую историю. Видите паруса? Это моя картина. Это я после того, как был в Китае, называется гонки в Чингао. Я курировал парусный спорт нашей олимпийской сборной национальной российской и обучал всех парусников, чтобы они меньше не нервничали, значит, перед гонками. Да-да. А после приехал и нарисовал по впечатлениям, значит, этих гонок там в Китае я нарисовал. Но самое интересное, что вот смотрите, у меня часы, да? Вот часы. Мы там в Китае зашли в магазин. У меня свои часы испортились, и мы зашли в магазин купить эти часы. И, значит, там через переводчиков разговаривали, и мне китаец, значит, выбрал эти часы и мне дал, и мне потом переводчик говорит: ты знаешь, это отличные часы, потому что на глубине большой в воде они не портятся. А я никак не мог понять потом, когда мы вышли, а зачем мне такие часы, чтобы на глубине? Я же не собираюсь. Оказывается, китаец-продавец, когда узнал, что это национальная сборная по парусу, решил, что мы все ныряем там. Поэтому, но самое главное еще и другое. Ну, через несколько лет, вот буквально, вот они мне были как раз эти часы. А сейчас, видите, они мне как болтаются. Видите? Вот они болтаются. Это я похудел после операции, после моей травмы шеи, когда я упал на гололеде, ударился головой, а меня там оперировали. Я почему это рассказываю? Потому что, несмотря на то, что у меня тяжеленная травма, несмотря на то, что я инвалид, я додумался именно в этих условиях, что, оказывается, можно дробно применять метод ключ, его часть, например, синхрогимнастику, дробно применять по минутам, по секундам, в течение дня, несколько раз, и дает мощнейший кумулятивный эффект. И мне это помогает, вот такому тяжелому, травматизированному человеку, который с трудом ходит, с трудом работает. Мне помогает быть молодым, омолаживаться, вот эти посекундные дела. Да. Хасан Магомедович, я хотел спросить, извиняюсь, а вы же про Олимпиаду не сказали, что это Китай же был как раз во время Олимпиады, вы там часы покупали? Ну, конечно, это же было в Китае. Это было в Китае, Олимпиада в Китае, да. Я курировал национальную сборную по парусу. Меня туда пригласили. Там были отличные вот такие ребята. Не буду сейчас заостряться на этом. Я всех помню, люблю, уважаю. Всем привет, если кто посмотрит. Вопрос сейчас в другом. Вопрос в том, что мы сегодня будем говорить о дыхательной гимнастике, ту, которую предложила Ирина. И она смогла под контролем КТ, от воды, которая была у нее там в основаниях легких, избавиться. Которая... Видно? Да, видно. Да. Так вот, вопрос заключается в том, что я показываю вначале, что я делал весь назад, весь вперед. Это все могут посмотреть в Ютубе, если они возьмут, откроют 5 минут, которые изменят жизнь, синхрогимнастика. И там увидят все 5 упражнений классических. Потом они посмотрят дальше по Ютубу на моем канале другие упражнения, научатся выбирать те, которые им подходят, резонируют с их характером, с их состоянием, поэтому они называются синхронизирующие упражнения. Создают целостность ума, души и тела, снимается стресс. Да, и вот с помощью этих упражнений они много чему научатся. В том числе там есть упражнения «Хлёст руками по спине», «Шалтай-болтай», «Лыжник» там и другие. Вектор внимания там направлен на решение волнующих вопросов, а не на упражнения. Вот же в чем отличается от йоги,
цигун, от спиральной гимнастики, другой вектор внимания. Это новая парадигма. В мире такого никогда не было. Нету, ребята, нету. Вот сейчас, они все там посмотрят, но сейчас мы возвращаемся к нашей сегодняшней теме. Все посмотрели, много там вопросов Ирине задавали, много там комплиментов говорили, это очень хорошо. Маловато было. Ну, маловато. Там даже были такие вопросы, что... А я и раньше это делал, только я не обращал на это внимания, что это изобретение. Ура! Правильно, правильно. Дело в том, что миллион раз было за все столетия, когда люди разные, которые не знали даже друг друга, жили в разных эпохах, создавали одно и то же изобретение. Такое бывает, потому что у нас же голова-то одна и та же, и законы природы одни и те же. Один раньше создал, другой позже создал. Дело не в этом. Сейчас мы сосредоточимся на том, как же его выполнять максимально правильно, без вреда для организма, потому что человек, если неправильно выполнит, он ну, такую нагрузку может себе дать, что у него там будет вред. Это, собственно говоря, не навреди первое. Абсолютно. Получи именно... максимальную пользу. Сделай это упражнение так легко, что тебе было бы приятно это делать. Вот, да. Вот он. Да, это принцип ключа. Подбирайте действия, те варианты, чтобы добиться цели с минимальными усилиями, с максимальным результатом. Поэтому я сейчас перехожу к Алену. Ален, ты же болел этим коронавирусом. У тебя температура там... менялось, у тебя там обоняние пропало на несколько дней, вкусовые ощущения пропали. Ты же мне все это рассказывал. Да. И ты еще, кстати говоря, ты еще, оказывается, помимо всего прочего, восстанавливался и легче, чем обычно, перенес вот это из-за рема твоя жена. Переносит это. То есть по существу вы люди, которые перенесли коронавирус, и поэтому важно, важно сейчас, как ты делал эту практику, потому что ты мне сказал, а раньше я много разных методов дыхательных пробовал, а вот так сделать дыхание полностью, как Ира показывала, у меня не получалось. А теперь получается, как Ира показала. То есть ты раньше пытался по другим методам такой вдох сделать и не мог. А как Ира показала, у тебя получилось. Вот за счет чего получилось? Расскажи. Да. Сколько вы мне, одну минуту даете или две? Давай две. Хорошо. А три? Тогда начну сначала. Значит, дело в том, что предрасположенность у меня еще до всех этих вирусов. Все время предрасположенность. Затруднение дыхания, да, как вот оказывается это генетически у родителей, у дядей у моих там и так далее. Ну я астматик, и брат мой астматик. И поэтому на протяжении каких-то лет периодически я искал, как бы мне вот это все наладить, чтобы я хорошо, свободно дышал. И к чему-то приходил, но получалось так, что вот какой-то... как раз таки вот какого-то момента и не хватало для вообще вот для такого комфортного дыхания, да, чтобы свободно это делать, чтобы додыхнуть можно было. Иногда вот такое ощущение бывает, что додохнуть не можешь. И вот здесь Ирина, собственно говоря. Я помню, ты когда маленький был, очень часто было такое, мне и Таня говорила, и мама, и ты говорил мне, что как-то ты не можешь до конца выдохнуть или... Да, додохнуть не можешь. Но многим это известно, и этим людям бывает так, да. Это у кого-то на фоне стресса, у кого-то генетически так бывает. Это и психосоматики может касаться, и генетически. То есть, и вот в этот момент как раз я увидел Ирину, ваше первое занятие, где она говорила про эту... часть до дыхания ступенчатую. Я это попробовал. Я делал что вот в этот момент, когда я был в этом, как он называется, вирусе, да? То есть я делал опять нашу же из синхрогимнастики хлёст руками, да? Пытался вдохнуть, выдохнуть. Делал это как, опять же,
выдыхаешь немножко, потом начинаешь как шарик наполняться, но дальше у меня не шло, как хотелось бы. А тут я добавил, вот послушав Ирину, такая шикарная идея. Я вам говорю, миллионам людей помогут, у кого есть проблемы с этим, поможет. Значит, чуть-чуть выдыхаешь, наполовину примерно себе знаешь, насколько ты можешь вдохнуть, вдохнул, а потом задерживаешь дыхание. Опять же, у каждого по-своему, как вы говорите, Хасай Магомедович, без нагрузок и каких-то сильных усилий. Прислушиваясь к себе. Да, например, на 5 секунд. Раз, потом еще на часть. Опять на 5 секунд. Например, у кого-то на 10 паузы. Вместе с плечами вверх. Пауза. Пауза. Да, можно тогда. Пауза. И вот здесь, в самом пике, когда уже не можешь, уже чувствуешь, додыхать уже не получится, надо затаить дыхание, застыть и продержаться. Как раз в этот момент же легкие развернуты, весь объем. Вот как я сейчас сделал, даже без подготовки, я бы наполовину раньше не мог еще неделю, две-три назад сделать. Так, соедините, пожалуйста. А что получается? Каждый этап легкие адаптируются, и получается, что дальше ступенька, они уже могут еще больше взять воздуха. Дальше ступенька. То есть речь идет о том, чтобы не сразу непрерывно так их наполнять. Не непрерывно их наполнять, потому что так не получится. Да. А именно поступенчато, давая момент адаптации на... Да, адаптация. Адаптация происходит на каждом этапе, и потом ты свободно идешь дальше. Вот то, что сам, то же самое, что вы со спиной показывали. Когда мы делаем сгиб вперед, внимание на спине, потом бах, расслабили и прошел прям, да, как спортсмен, прям, который даже полгода разминки не делал. Ну, по существу это же называется несколько попыток. А по существу, извините, у меня еще полминуты осталось. Сколько попытки ты возьмешь высоту? Полминуты осталось. По существу получается, что мозг адаптируется, когда у него есть время адаптации. Ему главное адаптироваться. И в этот момент получается тоже и здесь же. Это же, естественно, с головой связано, да? Как давай покажи сейчас, в полном цикле покажи. Вот. Начинаю вот это стоя, сидя, как угодно. То есть, когда вы потренировались, получили этот небольшой навык, вы как хотите уже. И в ходу вы можете это применять. Вот, например, сидя. Небольшой выдох, небольшой, тоже без нагрузки. И теперь поехали. И вот здесь в конце пики, я не договорил в тот раз, плечи должны тоже подниматься, потому что здесь, как мы говорили, верхушки тоже в этот момент заполняются, то есть полностью все легкие развернуты. И здесь надо затаить дыхание, прям удовольствие получает человек. Вот я, например, получаю. И насколько хватит? Чувствуешь уже, хватит? Выдохнул, да. Вот и все. Абсолютно, так и есть. Вот, Ирина, молодец, я за что ей благодарен. Thank you very much, как говорят у вас, собственно говоря. Слушай, Ален, давай еще раз. Я сейчас сам попробую. Давай так, я спокойно, произвольно выдохну. Теперь примерно для себя наполовину наберите сразу через нос. Отпускаю живот и набираю воздух, не полностью максимально набираю, а половину набираю, допустим, да? А потом задержал. Чтобы задержал 5 секунд, примерно. И потом задержал немножко, потом почувствовал, что могу больше. Потом пока адаптация произойдет, еще больше. Да. Ну да. Так, а вместе с тем, когда вы это идете, инстинктивно получается, что вы плечи поднимаете, и грудь разворачивается. То есть тем самым вы еще физически, но это автоматом происходит, когда вы к себе прислушиваетесь, само по себе. Вот оно в чем дело. Прислушиваться. Формула этого понимания. Потому что очень много техник дыхания. Одни говорят, надо задержками дышать там по 5 секунд, другие по 8 секунд, третьи по 4 секунды. Слышать себя надо, да, конечно. К себе. Теперь, когда бы объяснили главное, что эти задержки-то нужны для адаптации, конечно, к тому, что сделано. Вот это слово адаптация. Именно, да, в этом весь секрет. Да. И фиксироваться не на количестве секунд,
А именно на том, что есть дробное, поступенчатое выполнение упражнения, где ступенька замирания дается для адаптации по времени. Тогда всем будет понятно, сколько секунд держать и сколько секунд не держать. Там все дыхательные практики облегчаются сотни раз, потому что вот же смысл в чем. Да, именно, именно. Это есть изюминка, это есть тот момент, который вас включает все остальное. Потому что, я же говорю, за всю жизнь у меня так не получалось, что за эти 3 дня, особенно при болезни, и у меня это начало получаться. Ирина! Поэтому это касается не только дыхания, а любого действия. Вот именно, мозг адаптируется в этот момент. Легкие тоже адаптируются, и мы идем дальше. Да, 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 вот и все. Нужно время для адаптации. Это и будет момент задержки дыхания, да? Да, да. Молодец. При любом действии мозгу нужно время для адаптации. Вы же и говорите, когда есть время для адаптации, человек не в стрессе, правильно? Вы же сами это и говорите. А когда нет времени для адаптации, задержку дыхания даешь для адаптации, или ты просто не надыхиваешь, а потом надыхиваешь? Что ты в этот момент, вот в этой паузе, что у тебя, задержка дыхания получается? Я сам останавливаю. Я вот, во-первых, если бы я вот сейчас взял и глубоко вдохнул полностью, как могу, за раз, это одно. А когда я наполовину вдыхаю, а потом делаю ступенчато, я на 30-40% в общем больше могу вдохнуть воздуха, то есть раскрыть легкие. А может быть еще и больше, вот. Да. Ну, в результате у тебя как получилось? Ты сколько дней назад начал, и сегодня какой у тебя навык? Навык какой? Ты уже говорил мне, вот сегодня мы с тобой разговаривали. Ты говоришь, а я могу уже и не делать это, а только подумаю, и у меня уже получается. Ну, в смысле, я уже так не концентрируюсь, как я первые дни выходил, думал, как это делать надо, чтобы правильно. А сейчас я вот сижу, телевизор смотрю, вспомнил, бах-бах-бах-бах, пошел-пошел, вдохнул-выдохнул, хорошо. Или пошел там в огороде, пошел, посмотрел, птичек послушал, как они поют. И так бах-бах-бах-бах. Вот, то есть это уже естественным образом происходит. Да. И я каждый раз себя ловлю на мысли, что как мне легко становится дышать. И я додыхаю, что я не мог неделю-две и всю прошлую жизнь делать. Да. Тьфу, чтобы не сглазить, как говорят. Да, как говорят у нас в деревне. Ира, молодец. Да, у нас. Да, у нас, да. Ира, молодец, спасибо огромное, что ты поделилась этим опытом. Теперь скажи, правильно мы поняли все или нет? Вы, друзья мои, поняли правильно все. Благодарные клиенты сегодня принесли. Методом пользуются с 1 мая. Это мой первый благодарственный букет. Поздравляем, это серьезно. Да. Да, принесли на дом. Вон там картина у тебя за спиной, да, Арин? Да. Покажи, какая картина у тебя. Вот это или вот это, или вон так? Вот эту могу. Да. Ну покажи вот так вот, покажи. Ну. Нормально? Могу. Ну хорошая картина, да. Покажите, мне не видно. Хорошо. А, мельница, отлично. Да. А это мельница. А что красненькое? Это перепад погоды, яркость с неяркостью, целая история. В общем, потом. С той стороны, а я тут. Давайте сделаем. Давайте, что там делать? Вы же знаете. Давайте, я вот, поехала. Вот. Показывайте. И замер. Настолько, сколько можешь. Вот и все. Ну, молодец. Слушай, теперь один только вопрос. Вот ты когда замер, это не опасно? Потому что мне же всех предупредить, вот выкашливание пошло, правильно, правильно. Такое же выкашливание у нас при синхронососе получается, когда нажимаем на эту точку, поднимаем ножку, нажимаем и выдыхаем в этот момент с придыханием. Да, очищается, конечно. Да, вот так вот. Как раз то, что нужно. Потом другой ногой нажимаем на точку, поднимаем ногу, синхронизация получается. В этот момент выдыхаем через нос, а потом вот так легко
выкашивается легче, да, чем обычно. Да, это все роднее одно другому. Ну, вот как раз таки то, что Ира показала, вот это дыхание, это супер. Поэтому я и держал всю аудиторию. Ну, кому скучно стало, они потом посмотрят. Важный момент на завершение. Ален, когда ты дошел до края и говоришь, а теперь задержал и держу. Да. Это, я думаю, не опасно, это, я думаю, безопасно. И дело в том, что держишь ты, это в этот момент удовольствие. Удовольствие от того, что ты вдохнул. А если это вдруг начнет... Ты держишь до того, насколько хочется тебе. Там же нету минуту, две, три. У каждого по-своему. Абсолютно. Вот удовольствие прекратилось, и выдыхаешь. Я хочу, чтобы все обратили на это внимание. Критерий. Не количество секунд. Критерий. Нет, ощущения, да. Да, поступенчатость. А ступенька означает дать адаптации набранному количеству воздуха. Да, дать адаптацию. Чтобы привыкнуть к этому, потом дальше пошел. Для адаптации, не количество секунд. Поэтому если вам трудно так держать столько-то секунд, так и не надо. Боже, безопасно, в чем заключается. Перешли к безопасности за счет понимания смысла. Смысл от старого понимания техник дыхания за счет количества секунд, вдохов, выдохов, задержек и так далее, к новому пониманию дыхания по ступенчатости, да, по критерию комфортности. И тогда вы сможете больше вдохнуть и больше держать. И по существу драйверов так учат, чтобы они под водой так дыхание держали. Да-да, я сейчас вспоминаю, у меня же и Молчанова Наталья, 41 мировой рекорд, который сделала. На кафедре экстремального спорта РГУФКА была, а ее сын Алексей Молчанов 8 минут не дышит под водой. Чемпион, тоже много рекордов мировых. Да-да-да-да, вот же они как делают, оказывается. Я не знаю, мы еще вот это отработаем, вот этот кусочек по ступенчатости с адаптацией набранного воздуха, чтобы двигаться дальше. Да, мы еще в следующий раз поговорим на эту тему более конкретно, но в данном случае вот смена концепции дыхания для того, чтобы помочь людям улучшить работу легких, а тем, которые плохо дышали, может, и астматикам, мы проверим все это дело. Надо все проверять. Будем проверять. Ну, вперед, друзья. Теперь я хочу всем сказать спасибо. До встречи. Да. И через денечек-два мы снова встретимся на нашем цикле передач специальных. Да-да-да-да. Для всех на карантине.